Следователи рассматривают две версии убийства, приближенного к деду Хасану вора в законе Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий. Первая – это месть криминального мира за сотрудничество с силовиками, вторая – месть за убийство другого законника Надира Салифова, рассказали журналистам источники, знакомые с ситуацией. Основной версией убийства Гейдарова остается месть воровского мира за сотрудничество с правоохранителями, пишет московский комсомолец. Дело в том, что Али Гейдаров оказался первым в истории российского криминалитета вором в законе, которого выпустили из колонии условно-досрочно. Для этого требуется сотрудничать с администрацией колонии, что запрещено ворам в законе. Кроме того, газета предположила, что условно-досрочное освобождение он мог получить за то, что дал показания на влиятельных криминальных авторитетов. Согласно второй версии, Альберта Рыжего считали негласным заказчиком убийства другого авторитета, Надира Салифова, известного как Лоту Гули. Еще при жизни деда Хасана, одного из самых влиятельных криминальных авторитетов в России, два законника враждовали за право считаться ближайшими соратниками Усаяна, и эта вражда не утихла и после его смерти, продолжает московский комсомолец. Гейдарова расстреляли из пистолета-пулемета в фитнес-центре в Москве 12 апреля. В убийстве подозревают уроженца Азербайджана Талеха Намикоглы Аручева. Однако по горячим следам поймать убийцу оперативники не смогли,